С каждым годом у нашей столицы, как и у любого человека, меняется лицо. Появляются новые жилые комплексы, ввысь тянутся здания, стараясь перещеголять друг друга. Сама жизнь становится более динамичной. Мы с успехом соединяем красоту и комфорт. Уже никому не кажется удивительным, что за несколько минут или даже секунд можно преодолеть огромное расстояние и подняться на крышу высотки, сэкономив свое драгоценное время. Виталий Анатольевич Алехин – личность незаурядная. Он представляет профессию, о которой в школе вряд ли кто-то задумывается. Наш герой – лифтовик, причем потомственный. В выборе профессии Виталий Анатольевич пошел по стопам родителей. Вот уже 6 лет он работает на предприятии «Мослифт», преодолев путь от простого специалиста по техническому сопровождению до заместителя директора по продажам лифтового оборудования. Перед тем, как совершить карьерный рывок, Виталию Анатольевичу приходилось много и целенаправленно учиться. Сначала был электромеханический колледж номер 55, затем Московский государственный строительный университет. Виталий Анатольевич – истинный профессионал своего дела. Родную компанию он считает уникальной. Если к нам приходят молодые люди, то развиваются они в разных сферах. Например, продавец не только занимается продажей, но и знает технику, лифтовое оборудование. А это уже более высокий уровень обслуживания заказчика. При проработке контракта все возникающие вопросы может решить один человек. Пройдя такую великолепную школу, молодой сотрудник и превращается в настоящего специалиста, говорит Виталий Анатольевич. На первый взгляд может показаться, что жизнь лифтовика связана только с техникой, но это не так. Как оказалось, наш герой очень спортивный человек, и на стенде со спортивными наградами Мослифта есть такие, которые завоеваны с его участием. А вечером, в уютной семейной обстановке, неспешный разговор с родителями о прошедшем дне и планах на будущее. А сын у нас пошел по нашим стопам. Мы в лифтовой системе работаем. Лично я уже отработала 35 лет, с 1974 года. Закончил техникум электромеханический. И сын тоже у нас его закончил и пошел, как и мы. Проезжая по вечерней Москве, понимаешь, что город с каждым годом становится все выше и выше. И осознаешь то, что в ближайшем будущем твоя работа будет востребована. И то, что помогать людям подниматься на новые высоты, то есть это основная наша задача и цель.